Агар-агар. Агар-агар представляет собой уникальную красную водоросль, которая встречается и без труда добывается по всему Тихоокеанскому побережью огромной Азии. От Японии до больших Зонских островов. От Калифорнии до Мексики, а также на побережье Индийского океана. Это интересное, ажурное растение, разветвленного типа, нередко достигает в длину 25 сантиметров. Данные водоросли добываются в летний период с морского дна при помощи специальных граблей или сетей. Затем их тщательно промывают пресной водой, очищая от мельчайших, многочисленных микроорганизмов и грязи. Для последующей обработки собранные водоросли раскладывают на особых подстилках для просушки, периодически переворачивая. Высушенный материал хранят на складах, после чего превращают его в порошок. Полезные свойства агар-агара. В агар-агаре находятся белковые вещества, углеводы, грубое волокно и вода. На сегодняшний день данный продукт нашел широкое применение в современной медицине многих стран мира. Доказано, что регулярное употребление этих красных водорослей дает невероятный эффект в виде мягкой, укрепляющей терапии. Уникальный агар-агар нередко используют как мощное противовоспалительное средство, которое нейтрализует токсины, содержащиеся в типичной пищевой массе кишечника человека. Он отлично укрепляет легкие и печень, а также замечательно помогает при таком недуге, как геморрой. Кроме этого, растение богато фукоиданом, который позволяет смягчать течение раковых заболеваний груди, что немаловажно для многих женщин. Не случайно женщины страдают от этой проблемы меньше, если в рационе присутствуют различные продукты, содержащие агар-агар. Роскошные водоросли не только замедляют течение заболевания, но эффективно останавливают деление раковых клеток. Представленное целебное растение также обладает очень мягким, слабительным свойством. Он незаменим при запорах за счет стимулирования перистальтики. Агар-агар способен разбухать, значительно увеличиваясь в объеме и заполняя довольно большое пространство кишечника. Данный низкокалорийный продукт поможет быстро избавиться от лишнего веса, поскольку абсолютно не усваивается человеческим организмом. Разбухающая субстанция агар-агара в кишечнике человека не разлагается и легко из него удаляется. Используемыми частями считается слоевище самих водорослей. Этот своеобразный растительный желатин, как правило, продаются в виде гранул порошка, которые при тщательном смешивании с водой дают желе, нежная консистенция. При нагревании такая масса не распускается, в отличие от обычного животного желатина. Данный продукт лишен запаха, цвета и вкуса. Эта прозрачная масса содержит высокое количество грубых волокон. Применение агар-агара. Разбухающий в горячей воде агар-агар является весьма ценным гелеобразующим ингредиентом во время приготовления различных овощных и фруктовых желе, заливных блюд, мармелада, киселей и мусса. В холодной воде не растворяется. Для полного растворения необходима температура выше 90 градусов по Цельсию. Горячий раствор становится прозрачным и немного вязким. После охлаждения до температуры 35-40 градусов по Цельсию он становится чистым, плотным гелем. Он также широко используется в кулинарии для украшения тортов и пудингов. По своим свойствам он существенно превосходит традиционный желатин за счет более прочной структуры. Японская кухня не мыслит приготовление вкуснейших суши без этих красноватых водорослей. Агар-агар следует растворять в любых жидкостях, воде, бульонах или фруктовых соках. После полного растворения рекомендуется довести смесь до кипения, постоянно помешивая. Необходимое количество агар-агара кладут в блюдо, после чего необходимо его хорошо остудить в холодильнике. В народной медицине агар-агар назначается в качестве легкого слабительного средства. Даже при длительном употреблении он не вызывает привыкания, позволяя
использовать его необходимое количество времени для достижения полноценной работы пищеварительного тракта. Агар-агар для похудения. Растительный заменитель обыкновенного желатина, агар-агар, получаемый из интересных красных и бурых водорослей, как правило, в продажу поступает в виде типичного белого порошка. Он также известен как специальная пищевая добавка Е406. Данный безвредный продукт используется в процессе создания зефира, мармелада, некоторых конфет, джемов, пастилы, суфле и мороженого. Современные диетологи подтвердили статус безопасности, нетоксичности. Несомненным преимуществом агар-агара является уникальный эффект, который он оказывает на человеческий организм. Поскольку он не усваивается в кишечнике, он считается идеальным продуктом для быстрого похудения. Несмотря на нейтральный вкус, данный компонент способен наделить любое блюдо уникальными желейными свойствами. Однако, продукт из водорослей не проходит через человеческий желудок бесполезным транзитом. Такая пищевая добавка считается особым пребиотиком, необходимым для полноценной работы кишечника. Благодаря агар-агару можно нарастить положительную микрофлору, переработав его в полезные микроэлементы. За счет незаменимых грубых волокон продукт без труда выводит из организма соли тяжелых металлов, токсинов, что способствует эффективной очистке печени и желудочно-кишечного тракта от вредных веществ. Стимулируя работу щитовидной железы и улучшая метаболизм, агар-агар поставляет в человеческий организм такие полезные микроэлементы, как магний, кальций, марганец, фосфор, калий и йод. Мягкое и слабительное действие этих водорослей является дополнительным плюсом при похудении. При повышенном газообразовании агар-агар крайне необходим. Он мгновенно обволакивает стенки желудка, что нормализует уровень кислотности желудочного сока. Также отмечено исключительное влияние этих водорослей на стабилизацию степени глюкозы в крови. Этот удивительный продукт показан для повышения иммунитета и понижения холестерина. Все это способствует очищению организма и восстановлению здоровья, позволяя избавляться от лишнего веса. Помимо оздоровительных качеств агар-агара, вы сможете существенно расширить свой рацион питания новыми полезными блюдами. Особые антицеллюлитные обертывания на основе агар-агара уже оценили тысячи женщин. Несколько таких процедур позволяют существенно уменьшить объемы живота и бедер. При этом кожа становится гладкой и бархатной. Попробовав такие обертывания, вы сможете навсегда избавиться от ненавистной апельсиновой корочки. Порошок из агар-агара. Порошок из агар-агара, получаемый из специально отобранных бурых и красных водорослей, считается отличным аналогом обычного пищевого желатина. Область применения данного продукта настолько обширна, что делает его уникальным не только в традиционной кулинарии, но и в народной медицине. Порошок является незаменимым компонентом для приготовления многих блюд. Его можно назвать стабилизирующим ингредиентом для традиционных продуктов питания. Высокая питательная ценность позволяет наслаждаться изысканными кулинарными шедеврами без вреда здоровью и фигуре. Данный порошок имеет бледно-желтый или белый оттенок. По качеству его принято подразделять на два основных сорта. В пищевой промышленности он зачастую используется при производстве различных десертов, йогуртов, сиропов, пирожных, щербетов, фруктовых лакомств, мороженого и всевозможных консервированных продуктов. Для получения упругого, стойкого желе необходимо растворять порошок при довольно высоких температурах. При охлаждении он превратится в кристально-прозрачный гель. Такое желе не имеет вкуса и запаха. Такая идеальная замена традиционному желатину наверняка понравится не только многим вегетарианцам, но и всем людям, кто ведет здоровый образ жизни. Калорийность агар-агара.
Поскольку агар-агар не содержит килокалорий, он является отличным диетическим компонентом. Его польза очевидна, он богат железом и магнием. Кроме того, этот замечательный продукт считается уникальным источником других незаменимых микроэлементов. Диетологи рекомендуют вводить его в свой повседневный рацион, чтобы поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике и без труда следить за фигурой. Эффект насыщения, который дает агар-агар при разбухании в желудке, позволяет контролировать аппетит. Противопоказания агар-агара. Никаких побочных действий агар-агара не выявлено. Применяя его в качестве слабительного средства, вы можете быть уверены в безопасности. Однако не следует употреблять этот продукт людям, склонным к сильным диареям.